Приветствую зрителей своего канала! Рождество приблизилось к нам еще на один день. И сегодня у нас на очереди мешочек, вернее, высказывание из мешочка номер 15. Конечно же, высказывание у нас посвящено Рождеству. Итак, давайте посмотрим, какое же именно это высказывание. Christmas, то есть Рождество, is doing, то есть выполнение, a little something extra, немножко больше, for someone, для кого-то. И еще раз, Christmas is doing a little something extra for someone. То есть Рождество — это время, когда мы делаем немножко больше для кого-то. Такое вот высказывание. Я надеюсь, что оно вам понравилось и помогло создать соответствующее предпраздничное настроение. До новых встреч, друзья!